Ответный визит. В 2019 году в Дубне впервые провели уникальный турнир для сотрудников атомной промышленности, увлеченных игрой в баскетбол. Наша команда завоевала первый кубок турнира, обойдя в финале своего соперника всего на одно очко. И вот спустя два года всероссийский турнир провели на Саровской земле. А началось все с простой идеи. Эта идея пришла мне уже давно. Да, осуществить ее не получалось. Около года мы готовились к этому всему мероприятию. А турнир называется «Ядерный мяч». Идея такая, что хочется объединить ядерные предприятия, сотрудников, чтобы играли в баскетбол, наш любимый вид спорта. Турнир проходил в два дня. В полуфинальных играх команда «Старт» выиграла у ветеранов атомной промышленности снаряжение. А Объединенный институт ядерных исследований города Дубны взял верх в игре с командой из Нижнего Новгорода «Атомстройэкспорт». Так закончился первый день соревнований. На мой взгляд, все прошло достаточно на высоком, хорошем уровне. Вот. Ну, зрителей не совсем, конечно, столько, сколько хотелось. Ну, майские праздники, все на дачах, на огородах. И погода нас тоже очень порадовала. Во второй день турнира прошли финальные игры. За третье место боролись команды «Снаряжение» и «Атомстройэкспорт». Игра закончилась со счетом 70-62 в пользу команды из Нижнего Новгорода. В финал, как и в первом турнире в 2019 году, вышли команды «Старт» и Объединенный институт ядерных исследований города Дубны. Соперник тяжелый, потому что, хоть у них и некоторые не приехали, очень сильные баскетболисты. Во-первых, город Дубна, они играют в Московской области на очень хорошем уровне. Сюда попали не все представители, к сожалению, но часть игроков доставит нам сейчас неудобства. Надеемся победить. Игра была жаркой, соперники не отдавали друг другу преимуществ. В упорной борьбе команда из Дубны обошла «Старт» из Сарова на 12 очков. Финальный счет 73-81, а счет по турнирам пока выходит 1-1. Анна Пилипец, Артемий Глазков, служба новостей Саров, 24.